Абуязид Манцыгов, ЗМС по греко-римской борьбе. Достаточно легко пошла схватка или все-таки это ошибочное мнение со стороны? Схватка, если честно, не по плану пошла. Соперник, потому что достойный прошлогодний победитель первенства мира по молодежи, настроился полностью. Но все равно это, как говорится, первая схватка навсегда тяжелая. Вот поэтому, ну, как видите, выиграл, алхамдулилла. Но все равно не по плану пошла борьба. Вначале чуть поисутился в партере, но потом собрался, свой король 10 плотного сделал. Ну, можно сказать, это из-за того, что очень мало стартов все-таки? Да, да. Это я так думаю. Даже не думаю, уверен, что из-за того, что долго не боролись. Последний у меня старт был в январе месяце на чемпионат России. Прошло уже больше 8 месяцев, вот поэтому сказывается, очень сказывается. Как тренируешься в этой связи? Ну, сейчас-то уже все спокойно, чем раньше. А так, когда был карантин, дома тренировался, в домашних условиях. Ни одного дня старался не пропускать. Так, бегал, где никого нету. А дома у меня есть тренажеры, есть гири, гантели, резина, турник есть. А пуш-пуш, кто против тебя стоял дома? Пуш-пуш? Никого не было, к сожалению. А так, алхамдулилла, я всегда стараюсь максимально тренироваться, укладываться. Стараюсь не пропускать тренировки. Вот поэтому чуть-чуть получается. С кем в следующей схватке встречаешься? Вот расскажи, как бороться против человека надо. Так, сегодня в вечерней части должны бороться Чехрикин Александр и Егор Дипцов, да. Дипцов, который сейчас стал вторым на Кубке России, с Ласом боролся. Вот. Из них кто выиграет, завтра с ним финал будет. Ну, в принципе, это для тебя картина понятная. Ты знаешь и одного, и другого. Вот чем сильные стороны Чехиркина и вот второго парня? Чехрикин, он всегда борется до конца, как мы все знаем, видели на чемпионатах мира, на европейских играх, который был до конца борется, характер есть, так что я тоже не ступаю, стараюсь до конца бороться. А Егор Кадиров, он более техничный, старается приемы делать, но я и того знаю, и под каждого у меня есть свой план. Надеюсь, что завтра все получится. Все, чтобы пошло по плану, да? Ну да, чтобы все пошло по плану, да.